Низи. Колок, уйди. Уйди, уйди, иди. Уйди. Бедные котята хотят туалет, а тут испугались. Давай. Сегодня я видел бабушку свою во сне мельком. Думаю, это ж к плохой погоде. Вроде, думаю, хорошая погода. И погода вот испортилась. И бабушка подошла, говорит, как на рынок пройти, хочу ее довезти до рынка. Она напоминает. Давайте вас довезу. Довезу давайте на рынок. Садитесь. Далеко? Ну, на машине быстрее будет. На машине будет быстрее. Садитесь, садитесь. А то вы на мою бабушку похожи, она тоже на рынок любила ходить. Так, садитесь, вы что страшно? Я вас довезу. Как это так? Техника впереди меня, мы ее должны обогнать. В общем, вот так называется. Отвлекся, все, у меня времени нету на ни на что, бля. Уже сантехник. Доброе утро. Я буду у тебя. Что? Я буду у тебя работать завтра. Завтра? Да ёб-макарё. Ну это сантехник. Дуська. В общем, еще раз повторюсь, этот ролик. Вон, уже машина ждет меня. Этот ролик чисто вот от души снят, без какой-то там выгоды. Просто чтобы передать вот такие побольше истории, чтобы, ну, люди не забывали, особенно молодежь, что были такие времена, и что были такие времена, и нужно ценить то, что сейчас есть, так что и не жаловаться. Аж захотел спеть такие народные песни. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ой, ты песня, песенка девичья. Ты лети за солнцем крайним свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Так, ладно, вроде здоровье чуть получится у нас. Ну, вялости нету у самого. Сейчас переодеваюсь и пошел работать. Других вариантов нет у нас. Ну, давай, давай. Смотрите, как четко, уметь надо, а? Четко все. А, да, убирать надо, ребят. Вот, хороший отсев, бомба. Хорошо. Да. Да тише. Тихо, тихо, тихо. Так, пошел я дальше. Молодец, Дуська. Так, смотрим. Короче. Мусы там туалет свой. Короче, кроме стройки, еще есть собаки. Убрался за ними. Сейчас лечу их. А мне надо бежать и корм надо заказать. Вот почему вы теперь были такие? Взял Луну, поцеловал, этих отпустил. Она аккуратно стала, этих отпустил тоже захотел. Багира, подошла, я поцеловал, все, пипец, всего. У вас хер поцелуй. Луну, вот она такая девушка. Чтобы вы понимали, бегаю как метеор, на телефон, всем ответить, всем что-то надо, всем сделать. Вот такая суета, вот. Еду, отвечаю, пытаюсь все в голове держать. Сейчас еду за апоквелом срочно, а то Олег Сергеевич позвонил, сказал, что надо апоквел забрать, а то ему пишут в личку там. В общем, сейчас заберем. Спасибо за апоквел, Леночки. Огромное спасибо. Настоящий друг. И подписчик самый-самый-самый топовый. Спасибо, Ленусик. Спасибо тебе огромное за апоквел. Будем лечить теперь и не думать, где купить, откуда найти апоквел. Потому что у нас проблема с апоквелом пошла. Ленусик, спасибо тебе, дорогая. Вот так, залюбили меня, залюбили мои пупсики. Мои пупсики, мои пупсики, мои пупсики. Привет, привет. Морда, посмотрите на эту морду. Здоровую морду. Вот эти морды, вот эти вот морды.
Вот эти морды, морды такие. Машинки вы мои, вы мои машинки. Обожаю. Ну обожаю я их, обожаю. Все, ю-ху, полетели. Так, все, опакел добро. Опа, 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 Америка, Европа, опа, опа. Как щенков нашу, Валер, Мусу тоже, Валер, Багирочка, Валер, Валер. Так, мне, сейчас, малыш, мне Екатерина Ефименко подсказала, как правильно кормить сухим кормом. Она тоже можно кормить. Бакимка, вот, вот, может, сегодня можно прыгать, сегодня можно. Помазали тоже кимки, блин, у меня красно тоже, надо что-то думать, что-то решать, что-то думать. И это, что-то сказать. А Екатерина Фименко, у нее питомник, питбули, классно. Вообще, ну, человек-профессионал, вот, она кормит, ребят, утром. Утром кормит. Да. Утром она кормит. Ой, тихо, куда ты мне врезал? Взял, врезал. Я их. Ты вырезал. Короче, утром она кормит сухим кормом. Вечером она кормит мясом. Но предварительно замачивает корм Екатерина Фим. Поэтому имейте это. Я все чисто, я убрал, какашек нет. Вот так. Это камера, бля, раньше двумя руками обнимал. Нормально. Но с кимка не прыгает. Молодцы, а эти прыгают. У нас обнимашки. Кимки, они тебя достают. Айдя! Ух, ты тоже тяжелый уже. Ты тоже уже тяжелый. Мах, дупаешься. Откуда у вас такая сила, энергия? Сейчас я вас затрепаю. Вы не верите? Да. Кто не верит? А найди сюда. Как же это лето не кончалось, чтоб камеру не трогать, поем отвлекаться. Нельзя. Солнечным полуденным согреть я. Плещется у ног моих прибыл. Солнце, не кричите, сердцу больно. Чайки, успокойтесь, все довольно. Так, главное, кинуть я. Следить надо. Привет. Ой, блин, ты что, с ума сошел, что ли, орал? Ты с ума сошел? Как же? Все, уже весь только постиранное было. Свежак был. Спайк, иди сюда. Да, я тоже пообнимаю. Тихо, отстаньте от Спайка. Он нюхает. Скоро течь кто-то собирает. Ну, привет, мой сын. Спайк. Я бы Спайка не задраконить, а то... Нига! Опа! Америка, Европа. Опа! Молодец, не конфликт. Ю-ху! Понес. Играться. Это кобздец просто. Лишь бы до драки нашел, как нас следить. Ну что, кабель один есть.
Это может все закончиться плохо. А разнимать это вообще ужас. Да? Успокойся, спа. Тише. Главное вовремя остановить. Тише, тише, тише. Тише, спай, угомони, что ты орешь? Спокойно. Стоп! Спай, а ну оставь. Все, сам взял, сам раздраконился. Занимается. С криками нельзя заниматься, малыш. Напас. Просто вот так оставишь тут. Вот я вам гарантирую, если все вцепятся, через 5 минут, бонитка, через 5 минут вот месиво начнет, я вам гарантирую. Это я знаю 100%. Ну все, все, тут уже много грязи. Пообнимались. Дайте я спак еще поглажу. Красавчик, красавчик. Ну все, 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 тише, 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 тише. Все. Ой, все, надо бежать на стройку. Пообнимались. Пообнимались, корм заказали, самое главное. Корм заказали, все, опять на муже сидим. Будем размачивать корм. И меньше воды будет пить, отлично. И меньше нагрузки на желудок. Потому что сухой корм, он... Да куда ты, дурак, бля? Она как это, он взял, облизал какашку. Уйди, я тут попробую на некоторых прыгнуть. Вот, прикол. Уйди отсюда. Так. Кимка, а ну вали. Кимка. Ой, блядь, все. Ой, люблю вообще. Кимка, вали. Молодец. Ой. Будет время, вам покажу занятия с перчатками, как мы с ним махаемся. Вот. Там серьезная история. Главное вовремя. Я просто давно не делаю, переживаю. Но вдруг он не так поймет. Иди отсюда. Какашка ед. О, все. Я хотел поднять, но теперь не подниму точно. Барби! Барби! Ай, красавчик. Уже им не нравятся детские игры, щенку. Уже нервничает. Опа. Опа, опа, опа. Опа, опа. Америка, Европа. Опа, 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 Америка. Европа. Хер там. Одной рукой не поднимешь. А ему только играть скажи. Ему только скажи играть. Ой, блин. Это, мать, да. Какие, окей, араб, араб, араб. Какой, блин, твою. Так, все, закрываем. Вот они трёпы, на прикол. Вот так схватит, трепанады. Так, спай, Кярка. Валер, Кярка, давай, давай, давай. Поигрались, покатались. Давай, давай, Валер. Киар. А этот, смотрите, чистый Симба. От Спайка. У Спайка Киара был сын Симба. Я его себе оставлял шоколадного терпкого окраса. Потом, короче, я его отдал. Потом похож, только он чуть побольше будет. Он тоже, голова была у него не слишком большая. Но статный был кабельник. Он, кстати, живой. Мы можем его показать. Я напрыгнул, прыгнул с лапы мне в глаз, что-то занесло. И он тоже был робкий. Тоже был робкий. Опа. Падать не хочет, видите, ты ух. Давай, играй. Ата, ата. Чтоб не боялся рук. Надо чуть пожестче движение делать. Все, толстяки. Сколько он весит, ребят? Давайте посмотрим, сколько араб. Он кабан. Уже 30, наверное, весит. Сейчас.
Еще одну мартышку отпустили. Юху! Молодец! Молодец! Привет! 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 А, и тебя обнимать надо! И тебя ж надо! И тебя надо помнить! И тебя надо помнить! И тебя надо помнить! Ой, как хорошо! Ой, как хорошо! Ой, как хорошо! Ой, да, да, да. Джессика ищет хорошие ручки, не забывайте. Люди добрые. Все, сейчас весим. 78 300, да, я вешал? Еще раз. Подожди. Тихо. 78 300, да? Давайте попробуем, посмотрим, что получится. Низ. 106 300, скажем, да? Ну, подожди. Подожди. Нельзя, уйди. Сто шесть триста и 83 300, да? Так, 106 300. Хорошо. Восемьдесят шесть, да, 300. Секундочку. Тихо, тихо. Так. Семьдесят шесть. 30 ровно. Араб 30 килограмм ровно, правильно? 76 300. Да. Ну, короче, он все что делает. Араб, ты что, офигел вообще? Смотри, какой парень. 30 кг, уже как взрослый пинбой. Подожди, подожди, подожди. Ну присядь же как-то. Ну подожди. Смотрите, уши помассажировал в форме розочки, но сразу розочки вставь. Очень крутая сука, еще раз повторю. Копия Халка. Моя, моя. А зубки у нее белые, шикарные зубы у нее. Это мое! Это мое. У тебя тоже должны быть крутые зубки. Шикарные зубки у них. Ара, инфекцию хочешь себе занести? Куда ты не туда? Ты чё? Здорово. Посмотри, раскосый взгляд. Ух. Здорово, гепард. Гепард, здорово. Так, все, ладно. Но она не может. Он ничего не сможет, потому что она не течет. Дядька уже палит костры. Сказал, приду. Далее пришел все равно. Молодец. Я думал, дождик идет. Как дела, Горь-то? Парень. Все, движуха идет? Красавчик. Нормально. Ты на бетоне, да, сидишь? Нет, дождь, я все, молодец, все. Сейчас будем здесь порядочек наводить. Сейчас трактора приедут. Понесла. Жара. Ой, тут сколько всего, а? Она забыла пол 11. Из-за мумерки ты проспал. Все, да. Понятно. Я в 11 приехал уже. Бегом, бегом. Ждем тракторов. Вот здесь вот будет все засыпаться. Горочка будет для волков. Вот отсюда забор пойдет. И там буферная зона. Короче, у них тут будет очень круто и много чего будет. На такой небольшой территории очень много чего будет здесь. Чайки, не печите, сердцу больно.
Чайки, успокойтесь. Здесь у них будет типа скал. Мелкий кустарник, скалы. Там навесик будет небольшой, козырек. Деревянный пол на этой плите будет. Они будут там отдыхать. Логово здесь будет в углу. Ну, прикольно. Здесь будут сосны посажены. Здесь будет прудик. Там поляночка. И все. Классно так, ребята, вообще осень, бомба. Травы немного, все видно, красиво. Завтра крышу установим наверх. Во. Короче, дождик все помешал, на завтра ставим. Целый день будет моросить. Короче, температуру решил померить, что-то слабость такая, пипец. Собачки бегают чужие. А вы знаете, что у нас на хуторе хотели сделать приют собачий, но люди возмущаться начали. Они говорят, у нас одного своего хватает собачника. Потом передумали делать. Хотели на хуторе, прикол. Именно приют сделать. Ну, я как понял, я говорю, приют как они? Типа, ну, местные жители говорят, типа, ну, стерилизовать, кастрировать и отпускать. Не знаю. Прикольно, а? А он смог? Нет, давай туда. Стягивает трактор к забору, тяжело работает. Давай, а ну выдерни на камеру. Давай, давай, ты красиво сделал, повтори. Давай, давай. Не пойдет? Ну ладно, оставляйся. Все, молодец. Грязюка. Вот это, пацаны. Ребят, это нереально тут просто работать. Блин-то ужасно. Тут-то было, а? У нас деревья мощные. Охереть.
Сухое, но не гнилое. Я его на турник хотел оставить, но уже все. Забор будет для волков. Пока GoPro включится, блин, все проходит. Это вот это все подсыпанная земля, блин. Лёг бы? Такая глубина еще и свай делает. А ну, надо было. Да. Конечно. Выплюнул, да? Все. Дай, Мира, Мира! Иди давай, иди! Ладно, вот так иди за ним! И с той стороны, и с этой стороны! Подожди, пусть накидает! Закидывай сюда, держи! Куда я? Вот сюда! Сколько места есть? Туда, подальше! Эй, чтоб... рукой неси, рукой! Давай, да! Все, поехали! О, а то там Женя сделал, он зацепил столб электрический уже. Ой. Ну да, Камал знает. Здрасте, красота! Чуть снимем, высоковато. Как раз сюда земля нужна. Кушала, в лес ходила. Молодец. Этих отпустил, а Снежка утром ушла и не... вот, пришла, умничка. Так что ты пойдем домой. Но... Угрейся. Все. А то она не хотела уходить, она аж в обед ушла. Бедная. Не знает, как себя вести.
Молодец, Дуська. Как раз скользко. А ну кто кого? Я чуть не упал, блин. Еле выжил. Что там буксуешь, что там приветствует? Привет. Вот когда блогер, даже руками здороваться не могу. Да, времени нету, да. Так, все, в общем, поснимали, да? Да. Работа кипит. Всем красивый и чистый, я грязный и больной, и чуть не два раза не грохнул. Скользко, да. Да ты, ну конечно. Давай контент, садись. Запись пошла, вот, нажал. Работаем еще. Джесси, иди сюда. Джесси, нельзя, выкурю. Джесси, она как с щенками прижилась, а? Дверь сможете закрыть? Дотянете? Все, все, можно закрыть. А, все, сейчас. Да, вот так. Вот так прям, да, вот так. По-настоящему, по-бабушински. Я смотрю вас прям аж вниз. Аккумулятор, ребят, 85% выключается. 90 лет бабуле. А как вас по имени? Фамилия? Имя, имя ваше. Раиса. Рая. Бабушка Рая. Бабушка Рая, все. Я тухну. С Черниговска на автобусе, интересно. Просто я блогер, я снимаю ролики. Может быть? А? Я блогер, я снимаю ролики в интернет. Телевизор, скажем так. Да. И может быть, кому, ну, останется что-то хорошее, расскажите. За 90 лет, вот что самое хорошее в вашей жизни было? Вот скажите, вот что вам на ум приходит, вот радует вас за 90 лет вот, жизни? А что можно сказать? Я всю жизнь почти это, вдовой прожила. Одного вышла замуж, он умер, 3 месяца ребеночку осталось. И так я сама его воспитала, этого дитя. Я скажу, да, говорите оттуда. Выучила ее. Нет, она... вы второй раз не спешили замуж, вы сказали, да? Нет, второй раз я не спешила. Да. Вышла она попозже. Да. А спешила ребенка, думаю, как я смогу ли я в люди вывести? И знаете, вывела. Да. Она два, первый, потом я замуж вышла. Мне болела сильно, вышла замуж, мне врач сказал, мы тебе лечим, говорит, месяцами и ничего не помогает. Оставь работу, я 12 лет проработала, он говорит, оставь работу, отдохни, потом говорит, купи коврову, выходи замуж, хватит уже, говорит, ты 12 лет проработала, иначе, говорит, ты пропадешь. А что было со здоровьем? А? Что было-то со здоровьем? Оно было и есть. Я родилась в самый большой голод. Мать меня грудью не кормила. А? Поэтому хорошего у меня ничего не было. Да. Вот. И я эту дочку вырастила, выучила. Она поехала аж во Владивосток, и там здесь подала, значит, на. Этот, ну, чтобы в институте учиться. Да, да. Но не, по конкурсу не прошла. Она уехала аж во Владивосток. Девочка маленькая, тоненькая. Думаю, ну как же она не потеряется. И она, знаете, окончила институт. Я ей сказала, ей дед сказал, дед, отец-то ее умер, ей было 3 месяца. Дед сказал, я тебя буду учить. Я и так это серьезно говорю. Если ты будешь учиться, чем смогу, я тебе буду помогать. Ага. Она сказала, тогда, говорю, езжай там. Знакомые у нас во Владивостоке были. И она поехала, институт сдала, потом замуж вышла. И во время ну вот, которые детей вот... Что это? Что-то далеко мы едем. А
да я чуть обход. Там была дорога закрыта, ждела тебя сейчас. Я снизу вас хочу отвезти прямо в сам рынок. Сзади вот подвезти. Сзади? Да. Ну, дорогу там делаем. Ну, и она во время декрета. Да, декрет, да. Еще один институт прошла. А, вот такая способная. И сейчас такая... Вы троих че? Детей привела. А? Я извиняюсь, а... Вы знаете, вы на мою бабушку чем-то похожи. Моей бабушке 96 лет было, она умерла года 3 назад, да. И сегодня во сне она мне снится. И вот погода испортилась, и вы ж говорите до рынка, как дойти. И я думаю, блин, похоже на так нам бабушку. И вообще надо бабушкам помогать. И я ж думаю, довезу вас, думаю. А я, ребят, чтобы вы понимали, за сигаретами приехал, потому что закончил. И она второй институт кончила, всех детей определила, вышла замуж, она за моряка, он уходил на... Дальние плавания. Потом вторая у меня девочка подрастала, я второго замужа. Подрастала, она уехала тоже к сестре, сестра ее забрала. И они там жили, и обои определились. Так что самое главное сказали, что вот самое вам с душу радует вот по сей день? Вот вы, ой, да. Какая радость, когда не болит ничего. Когда не болит ничего. Я, знаете, моя бабушка, очень... она так же говорит, лишь бы ничего не болит. Я, знаете, очень люблю землю и огороды и все. Вот, вот. И в огороде сажаю, и коз держу. Вот такая бабка. Ну правильно. Ну я скажу, очень даже хорошая бабушка. Посмотрите, какие руки у бабули. А да, вот у нас... чеснок везу на рынок. Продавать? Да, чтоб на зиму купить там муки, сахар. Я всегда запас делала. А сколько там у вас оно? А? На сколько денег хоть вы привезли? На сколько денег? Видимо, на 1000 будет. На 1000 рублей? Да. Все, я услышал. Ну, он же по... У да. А у меня такой интересный вопрос. Раз так уж вы сказали, что на зиму. Если я вам, грубо говоря, 1000 рублей дам, вы поедете домой или будете все равно торговать? Просто, к примеру, сказал. Нет, мне надо лекарства понабирать. У меня ревматизм. Нет, вы дальше будете торговать. Если я вам просто 1000 рублей, вот человек подойдет, даст вам, вы все равно будете торговать. Сегодня. Ну а чем же я буду торговать вот это? Нет, вот, ну, я имел в виду, вот 1000 вам просто так кто-то даст, все равно будете стоять торговать. Скажет, лук не надо, чеснок, но держите 1000 рублей, за весь чеснок отдаст. Вы все равно будете торговать, правильно же? Потому что нужны деньги, да, чуть больше? Ну давайте с вами посчитаем, это правильно, тут 7 килограмм. Да. Если бы по 200, значит, это около полторы будет, да? Да, полторы, да? Ага, по 200, 7 килограмм, по 200, 1004, ну да. Давайте тогда сделаем по-другому. Сейчас мы не на рынок поедем, поехали к банкомату. Я денежку сниму, вам дам за чеснок. Не надо мне. Ну как не надо? Надо, раз так получилось. Считайте, бабушки, как говорят, дети... Дети для всех дети, ну, не бывает чужих детей, вот и бабушек, на самом деле, чужих не бывает. Ну, дети чуть-чуть... у меня бывают, ну. Нет, я имею в виду чужих. Вон, например, у старшей трое было нет, детей. Говорят, чужих детей не бывает. Ну, то, что помогать надо детям и чужим мимо не проходить. Так и я вот сейчас хочу вам помочь, как бабушке. Все равно вы как дети становитесь с возрастом. Где же-то ты меня завез? Это я... Мы же на рынок заехали, я уже выехал. Сейчас к банкомату заедем. Просто дороги... А, на лба туда, подожди. А что это? Ты меня в милицию, что ли? Нет, не милицию. Я просто хочу банкомат найти. Давайте вот сюда я... Видите, у нас дороги просто делают, поэтому приходится петлять. Я вспомнил, как можно. Я еду к банкомату, то бишь Сбербанку. Денежку сниму, вам дам, чтобы вам было полегче жить, жилось, да. Не надо, зачем, вот. Зачем мне эти там, а этот чеснок-то ты возьмешь хоть? Чуть-чуть возьму для здоровья.
как раз у меня это сопельки текут, надо чуть-чуть вот что-то такое покушать. Ну а зачем чуть-чуть? Бери, будешь, забирает, и будешь плохо. Что будешь? Я и не возьму деньги тогда, если. А вам придется. Вам придется, потому что внук так хочет. Вот ваш бы внук бы захотел вам помочь, вы подказали? Ой, я внукам, когда внуки росли, я им мешками сушку сушила и через почту посылала. И? Полные мешки яблок насушу и посылаю, а сейчас уже внуки взрослые работают сами. Внуки... Помогают хоть? Помогают иногда. Вот приезжали, дали денег. Ну, в любом случае, сколько ж вам надо? Вам же немного. Да, у меня пенсия есть. И это я, знаете, хочу купить весы, чтобы я могла взвешивать. Как, а то я на обезьмен... Так поехали сразу весы купим. Куда? В ДНС весы сразу купим. Вы весы хотите? Купить за эти деньги. Весы такие хорошие, вот, небольшие. Ну скажите, вы сейчас хотите весы купить вообще на эти деньги вырученные? Или муку? Что вы хотели купить? Муку я дома куплю. Все, тогда а получается весы? Вам сейчас я весы. Я из-за весов сюда приехала. Тогда едем в ДНС, покупаем весы. Я вам покупаю весы. И все, и вы свободны. И с луком уезжаете с чесноком. Ну, ладно. Давайте так сделаем, потому что мне тоже весы, надо ехать. А я на зиму потом заготовляю. Смысл, вы потом пешком будете, где эти весы покупать, почем их покупать, на рынке ходить, ну, мучиться на холоде. Ну, я и заблужусь, а вы меня так возите долго. Не знаю, просто там холодно, имею в виду, зачем, когда можно зайти в теплый магазин. Ну, я одета, ой. Все, сейчас возьмем вам весы, какие нужны вам, все, не переживайте. Ребят, почему... Небольшенькие, чтобы, ну, вот такие наподобие, ну, как сумочка. Хорошо. Главное, хорошие, чтобы... Блин, все-таки надо вызвать. Так, ну ладно, тогда мы... Бывает, вот в прошлом году у меня был перец очень хороший. Я торговала. Поторгую? Так вы так и не ответили. Вам что-то хорошее в жизни... Вот что приходит? Жизнь хорошая, я даже не знаю, нечем хвалиться. Хорошо. Я очень любила, я всю жизнь держала корову и работала. Я ветеран труда. Ага, молодцы. Да. Ветеран труда. Как зашла в завод, так и вышла. Не, хорошо. Не 55, я а 57. Понял. Даже вот секундные какие-то, вот сказать, вот вспомнить, сказать, блин, вот был хороший момент. Я очень люблю песни. Песни? Ну, спой. И пою хорошо. А вот давайте. Чего? Пусть запишем это. А? Давайте пойте, пока доедем. Как раз минута. Про чего петь? А вот то, что душа хочет. Нет, не стесняйтесь, наоборот, у нас времени мало, стесняться некогда. Попробуйте. По-русски или по-украински? Или... А вот что украинскую песню. Что душа лежит. Или про тюремщиков. Любую, давайте, можно и то, и то, и то, только по-быстренькому. Ну давайте, начните с чего-то. Течет речка по песочку, берега крутые. А в тюрьме сидят жальманы, ребята молодые. Тихо в камере тюремной лишь один жульман не спит. Молодой жульман начальничку говорит. О, ты начальник, да злой начальник, отпусти на волю. Больно скучилась, больно смучилась, милая, за мною. Хватит. Ой, вы меня аж завели.
я как будто старые фильмы посмотрел, аж вот атмосфера такая настолько добрая становится. По-украински буквально хоть чуть-чуть. Интересно, я не еще как... что ли? По-украински. По-украински? По-украински, да, знаете? Как же это, подожди, подожди. Не питай ты мене, не питай. А вихаю я допоздна гуляю. Не питай ты мене, не питай. Хватит. Ой, ну прекрасно. Прекрасно получается у вас на самом деле. Так, ну что, за весами? Погнали. Да, да, поехали. Да. Ну как, мы опять бросать тут это все? Это оставляете, да. Мы сейчас пойдем и придем. Да а нет. Вы держитесь, если что, за меня. Подожди. Вот ручка, если что. Так. Так оставляйте. Песни как? Были бомба. Пойдемте. Да, оставляйте, оставляйте. Не переживайте. Я была молодая. Ага. Работать. Мне 14 лет было, меня уже телятница называли. А ходить 2 километра, а меня снег, снег дождем. Мороз целый. И вы отморозили себе ноги? Нет, нет. Уже были деревянные. Офигеть. И я успела заскочить домой уже. Офигеть. Я 3 часа ночи еле пришла, а мне было... Ну. Дождь и со снегом. Угу. А к 3 часам уже стало подмораживать. Угу. И я, знаете, у меня ноги, у нас высокие были порожки, угу. 6 порожек надо было. Угу. Я на руках себе подняла. И тут же, когда зашла в комнату, все куда-то что делось. Уже ноги у меня не наступали на порожек, не поднимались. И какие-то последствия, да, остались после этого? Да. Да? Да. Так, ну ладно. Поэтому ноги держите в тепле. Есть еще перец. Угу, угу. Я взяла его, но еще не продала. Пошла там у нас уже... Так, но уже и все-таки нужно для взвешивания овощей. Или с крышечкой. Я даже не сама и не знаю, какой мне выгодный, чтобы я... Вот мне кажется, будет у бабушки это все тут... Чтоб не трудно мне было. Вот с этим. Ага, взяла и это самое... Сверху. Да, да, я да, с чашечкой. Знаю. Я сама не знаю. Вот привет, как у нее привет. Это самое... Все, давай, на связь. Ты хочешь бабушке тоже помочь? Конечно. А ты что делаешь? Я снимаю. Зачем? Ну вот ролик. Кто хочет бабушке помочь, мы только за. Бабушке что-нибудь давай, долго не уходи, что-нибудь купишь, придешь. Что вам еще надо? Пусть молодежь помогает. Так, ты давай не слиняй, появился на камеру. Попробуй ничего только. Ничего не надо. Так, не надо ничего, больше, ничего, пусть. Почему я должна? Так, вот нет, у нас сегодня у людей, акция такая, людей, поэтому дети. Он знает эту акцию. Вы не знаете. Мне говорят, вот почему у тебя дети? А у детей тоже дети. Чтобы я это еще обижала их. Нет, я не хочу так. Согласен. Не, так, так же весы и есть, вот дети. Как сказали, с чашкой? Ну, с чашкой. Я не знаю, может, что вот мне эти, показали. Кто, бабушка Рася, скажите, кто ищет, тот всегда найдет. Хорошо, быстро. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот хорошие весы, то, что вот нами нужно, нашли. Подсказал нам Артур. Кстати, он нам продавал обогреватель, конвектор, да, в Майкопе. Да. По-адыгейски пару слов скажи, вспомни. Хапил, апсо. Вот сверху. Он вам сразу покажет вес. Чашки. Сколько чашка весит. Для того, чтобы отарить ее, нужно нажать вот сюда вот. Кстати, выбираете. Бабушки. Вот теперь снова ноль. Вот теперь если нажимаешь, чтобы она этого не держала вес. Да, чтобы она ее не учитывала. Я в шоке у бабушки. А потом, больше моих рук. Все такие. В общем, очень много трудилась, да, бабушка. Чисто уже сразу без, видно. Если вы чашку убираете, ребят, это делаю не для того, чтобы там что-то показать, какое хорошее. Просто по ходу дела пьесы снимаю.
и призываю всем помогать, как говорится. А так, хвалиться этим... Вот, и здесь, смотрите, мод. Это просто вот так, совпадает. Ну, я вообще не планировал ничего такого сегодня снимать. Меня работники ждут. Либо миллилитр. Просто молоко. Приятно, и хочется выбирать. Историю запечатлеть. Вот, у меня даже контент не про это, поэтому, день. Ребят, кто думает, что специально что-то, а ГОП там хочет, вообще не думайте об этом, вот, честно говоря. Просто хочу сделать добро и увидеть реакцию, что интересно даже послушать, увидеть реакцию. Бабуля говорит, я буду платить, я говорю, нет, я буду. Нет, у нас акция путинская, это. Бабуля. Сколько она вообще стоит? У меня тоже улетело. Да немного. Так, батарейки тоже сразу поменяет Артур, чтобы долго пользовались на хорошее. Так что, бабуля Раиса, вот такие дела. Сейчас такая мода, снимать на видео, помогать всем. Привет. Но самое главное, от души. Да, я от души, да. Спасибо. Это так, чисто вот как своей бабушке бы захотел помочь, вот так и вам сделал. Маленькая, но хоть что-то смог сделать. Не на... Ну, получается, на показуху, да, Артур? Раз видео снимаешь. Но мне больше хотел, знаешь, что передать вот людям старый быт, как люди думают. Бабушка красиво поет, интересная жизнь, тяжелая жизнь. И тут представь, вот молодой парень там, внук, чужой человек, чуть-чуть хочет помочь. Это ж, по сути, я призываю людей помогать. Ну вот. Ну, он сейчас, да, это очень хорошо проходит. Да, да. И в первую очередь, как бы, это делается для того, чтобы молодежь была внимательная к старикам. Вот для этого я лично хочу. И очень интересно, ваше поколение уходит, а у вас такие истории, у вас такая была жизнь, голодная, холодная. Вот это я хочу, чтобы люди видели и понимали. Я 33-го года. 1933-й, самый большой голод. Самый. Люди идут по дороге, меня мать говорила, идет по дороге. Угу. И шел, упал на дороге и лежит. Я в деревне жила. Тачка такая, сейчас же не на лошадях, это маленькая тачка, и везут, едет, подбирает. У нас могила большая была выкопанная около лесополосы. А почему он умер? Потому что кушать хотел? А? Почему падали? Кушать хотели? От голода падали? От голода. Умирали от голода? Мать мне говорила, что два сына взрослых, у них соседи были, два сына и старый пожилой человек, ну, вот такой еще работал отец у них. Три мужика было, и они с голоду все поумирали. Один и шел, и на дороге и кончился. Это 33-й год был. 33-й? Да. Офигеть. Вот такое. Мать меня грудью не кормила, а так, чем-нибудь. Офигеть. Вот так. Дай бог вот. И знаете, у нас было четверо детей. И придут, я худая. А все другие такие круглолиценькие, хорошие. А она спрашивает, ой, какие детки. Ну, женщина. Мы жили в деревне, кума было, придет. Ой, какие детки красивые, такие пышненькие. А я прячусь, я уже знаю. А это чья, говорит. А мать говорит, наша. Я сейчас... И так вот это я родилась, и не без молока, без материнского. И такая бедность пошла. Голые бусы ходили. Зато а тут и война пошла. Ваши дети и внуки хорошо живут сейчас. Ну, все хорошо. Да. У меня старшая дочка живет на 9-м этаже. У нее такая квартира. Трое детей она родила. Вот. Это все ваша заслуга.
Воспитала их. Но я мешками сушку им посылала. Вот, еще и на ваших... У меня большой сад, огород. Я и до сих пор, я и картошку, и огурцов целую. Все у вас есть. Как-то вот приехать бы, вы одна живете, бабушка? Одна живу. Может, как-нибудь я приеду, сниму блог, привезу гостинцев. Да ну, покажем ну, вашу жизнь. На, зачем? На я пенсию получаю. Нет, я не говорю, что я там сажать вам буду. Мне хватает. Просто приеду, покажу людям, как живут. С гостинцами приеду. Да я бедно живу. Ну, поэтому что... вот это и хочется показать. Как вот, да, может кто-то захочет мне уже помочь умирать, вам. Умирать. Я не хочу, наверное. Так поэтому надо оставить след, чтобы вы то поколение, которое можете еще чему-то научить молодежь. Именно да. Ваше поколение. Все, я номер ваш возьму, я к вам приеду. Подождите, вы все равно со мной без меню едете. Секундочку. Ребят, кто хочет увидеть дом бабушки, как она живет, я готов пойти время уделить. Но бабушка стесняется, говорит, дом маленький, бедно живу, но это не страшно. Аккуратно держимся. Все, ладно, ребят, мне тоже бежать надо, вот такой блок. Спущу, там дойдете. Там еще. И есть. Я говорю бабуле это, я говорю, все, считайте, вы уже поторговали, вам... это уберите лучше сторону. Типа, я говорю, все, вы поторговали, говорю, все, можно уже не ехать, не мерзнуть. Как я, бедные, людей ну, не жалко. Ну, забирай вес и всего. Да вес зачем? Я... Уже ты должен. Нет, все. Пусть вы лучше еще заработаете на этом, да? А я возьму да, себе нет, для здоровья. Нет, ты возьми все. А зачем мне? Оно все испортится. Это я тоже раздам. Лучше, как говорится... Да нет. Ну, в общем, вот так, ребят. Знаю, чем можем, помогаем. По чуть-чуть, но помогаем. С тем человеком, я боюсь. Да. Вы боитесь меня? Пусть в вашей жизни побольше таких... Нет, не переживайте. Вот вы сказали, в вашей жизни толком ничего не было хорошего. Пусть... У вас будет этот день, который вот вы вспомните и скажете, вот что-то, но было хорошее тоже от чужих людей. Вот пусть это такая будет история для вас. Не зря ж вы мне встретились. Вот, нет, я боюсь, я никогда такого не люблю даже такое. А, знаете, видимо, вот так должно было быть. Я ж тоже не планировал, просто стоял, сигарет ждал, пока магазин откроется. И вот и бабушку сегодня во сне видел, не просто так свою. И вы похожи с ней, и тоже огород любите. Поэтому мне зато на душе приятно, что я смог хоть чуть-чуть помочь пожилому человеку. Бабуль, значит, там дорога нет, а вот сюда на рынок вам спускаться надо. Там вот нельзя мне вот да? Сюда, вот там рынок. Просто, а на машине можно? Да, давайте я проеду, ладно, выключаю. Опа. Все, бабуля прибыла. Так, давайте я сейчас чуть-чуть чеснока возьму, остальное мне не надо. Вот почему вы без тачки ходите, нагружаете свой организм? Вези его куда хочешь, говорят. Да зачем? Пойдите лучше продайте по дешевке. Вот так вы все разобрали сейчас точку. Да? Да. Ну, конечно. Я так и хотела. А вам приятно? Ага. Вместе продавали. Это все одинаковое, бабушка? Все одинаковые. Все одинаковые, да? А, оно все. Есть такое рассыпное. А который мне посоветуете хороший? Долго держать в целлофане. Вот за ночь уже вырос. Вырос. А какой мне посоветуете взять? Возьми какой хочешь. Не, какой лучший будет? Все хорошие. Это много, наверное, уже. Все, это два, наверное, от него. Есть по два. Не, вы сказали, что разные есть. Ну, выбирай. Да все, что ж выберу. Я люблю выбирать, конечно. Хватит с вами. Так, вот ну, эти. Ну вот это пусть еще. Не, это много. Давайте, вот это лучше продавайте. Все, мне вот это хватит. Я еще поделиться смогу. Все, давайте я закрою. Сейчас уходите. Все, там рынок. Вот прямо заходите, там рынок. Угу. Все, вы сориентируетесь. Ага. Все, бабуля, я пойду, а то там меня ждут. Все, всего хорошего. А, бабушка. Вы мне номер дадите свой. У вас есть телефон? Или адрес? Так, 1 мая. Тихо. Все, забыть. Телефон.
1 мая, 41 улица, Черниговская, Раиса Васильевна. 1 мая, 41 улица, 1 мая, 40. Все. Так, поехали, мне там пипец сегодня, что за день, насыщенно я катаюсь.